Всем привет! Обнаружил тут вот еще ряд кроссоверов. Давайте посмотрим, какие цены на вот эти кроссоверы Trinity Expert. Давайте смотреть. Начнем вот с этой Нивы. Автомобиль с пробегом. Зимняя резина шипованная. Черные такие вот зеркала. Смотрим. ВАЗ Лада 2121, 4х4, 10-й год. 385 тысяч рублей. Привод полный, механика, понятно, 80 лошадей. Пробег 134 599 километров. И вот такая цена. Все обработано, все швы. Рено Каптюр. Пластиковый обвес. Черная крыша. И тут что-то еще юбилейное какое-то было. Да, была такая Play комплектация, или как-то так она называлась. Рено Каптюр, 18-й год. 1 655 000 рублей. Привод полный, автомат, два владельца ППТС. 143 лошади, пробег 53 878 километров. Подогрева лобух я тут не вижу. Ну да, это какая-то была такая интересная... А, вот комплектация называется Play, да, такая, это на что-то типа юбилейной или что-то типа того, что... Ну, по-своему, салончик тоже там прикольный. Ну, вот такая цена, 1 655 000. Как считаете, нормально цена для такой машины? Митсу. Смотрим. Outlander, 13-й год, 1 343 000 рублей. Привод полный, вариатор, два владельца. 2.4 объем движка, 167 лошадок. Пробег 135-271 километр. Вот так он выглядел, да? И теперь он выглядит вот так. Еще у нас Нива. ВАЗ-21. 19-й год. 663 тысячи. Привод полный, механика, 83 лошади. Пробег меньше. И цена, естественно, больше. Пробег 25600 километров. У машины цвет тоже такой прикольный. Ну, красиво смотрится, да, машинка. Диски литые поставить. И... Но опять же, вот машина такая, да, предназначена, в принципе, по сути, для чего? Для бездорожья. Сейчас опять наряжать ее, выйти, да, в красивые диски, там, туда-сюда, все такое. И потом гасать по этому, месить грязь, ну, тоже жалко. Вот тут опять же такая дилемма. Nissan X-Trail, 12-й год. Вот так он выглядел, если кто не помнит. Омыватели фар, туманки присутствуют. Смотрим. Привод полный, автомат, два владельца. Дизель 2 литра, 150 лошадей. Пробег 197 тысяч, 351 километр. Вот сейчас ее купить, да? И сколько на ней еще проехать? Еще 1200 или что? Еще одна Митсу ASX 13 года, 1 миллион 155. Привод передний, механика, два владельца, 118 лошадей, 1.6 движок и пробег 113 тысяч 61 километр. Тонировка тут присутствует. Ну, как бы внешне, опять-таки, без эксцессов, все хорошо. Белый цвет. Еще один Митсу Outlander, полный привод. Тут видите, резина еще зимняя дается в придачу. Ветровики, складываем зеркала, бесключевой доступ. И здесь вариатор. Смотрим. 2 миллиона 95 тысяч рублей стоит Mitsubishi Outlander 17 года. Привод полный, вариатор, 3 владельца ППТС, 167 лошадок, 2,4 литра объем бензинового двигателя. Пробег 110 703 километра. Имеется подогрев лобовухи. Ну и, собственно, вот такие вот литые диски. Идем дальше. Я почему-то так быстро, потому что машин много, чтобы время не отнимать. Мы как бы проходим, я так более-менее смотрю, если, ну, визуально не за что там зацепиться, в смысле, там не сломано ничего. Поэтому просто так мы идем, и все, чтобы успеть, ну, много машин-то поснимать. Chevrolet Niva, 18-й год, 855 тысяч.
Понятно, что привод полный, механика, один владелец ПТС, 80 лошадок и пробег 56 065 километров. Вот такая вот Нива. На литье. Ну, тоже цвет такой прикольный. Линзованный свет. Дальше идем. Land Rover. Freelander 13 года. Машине 10 лет получается. 1 595 000. Привод полный, автомат. 5 владельцев по ПТС. А машина прошла всего 160 тысяч километров. Дизель 2,2 литра, 150 лошадок. Вот такой вот Land Rover Freelander. Как вам такая цена? Вот у нас еще немец. Touareg 11 года, 1 395 000. Привод полный, автомат, 5 владельцев по ПТС, 208 лошадок, бензин 3,6 литра, 216 772 километра прошла вот эта машина. Вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшие приложения по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Экономия на плановом ТО может составить до 10 тысяч рублей, а, например, при замене масла до 4 тысяч рублей. При этом на сайте всегда есть секретные акции и спецпредложения. Разумеется, есть и предложения на новые автомобили от новых дилеров со скидками даже за наличные. Ссылку оставил в описании. Крета 2019 года, 1 655 000. Передний привод, автомат, один владелец, 123 лошади, пробег 83 280 километров. Такая вот Крета. Идем дальше. Во, уже и китайцы пошли. Видите, да? Coolray 2020 года. 1 955 000 рублей. На литье. Датчики парковки спереди и сзади. Складываем зеркала с трейлингами. Все такое, все как положено. Смотрим. Привод, понятно, передний, робот, один владелец, 150 лошадей, 1,5, и пробег 22 607 километров. Почему человек продал, непонятно, да? Ну, что-то, видимо, вот не устроило, и что-то еще, либо что-то нашел поинтереснее, какой-то, сейчас же много китайцев приходит к нам, может, что-то нашел другое. Вот, пожалуйста, Cherry Tiggo 8, 2020 год. Ну, то есть, допустим, да, человек сдал вот эту, а купил себе 7 Pro Max, и все. Тем более, там у нас с той стороны здание, салон Cherry. Вполне возможно. 20-го года машина, ну, сколько она проехала? Ну, 50 тысяч, да, почти. 49 640 километров. Ну, почти полтинник он проехал. Вариатор один, владелец, привод передний. 2 055 000 рублей. То есть денег немного добавил, да, и купил себе 7 Pro Max. Или, допустим, уже восьмерку продвинутую с полным приводом. Как считаете? Такое же тоже возможно, правильно? Идем дальше. Ниссанчик такой. Мурана еще 12 года. Машине 11 лет. Вот так вот они раньше выглядели. Литые диски. Еще, посмотрите, повторители поворотов в крыльях. Nissan Murano 2012 год, 1 275 000. Привод полный, вариатор, 2 владельца по ПТС, бензин 3,5 литра, 249 лошадей, пробег 203 373 километра. Вот так. Оригинальный ПТС, без ДТП, бережная эксплуатация, второй комплект колес, комплектация SE. Ну, вот такое дело. И что у нас еще? 5 машинок. Черная крыша, белый низ. Renault Captur 2017 года, 1 595 000. Привод полный, автомат, один владелец ПТС, имеется подогрев лобовухи, 143 лошади и пробег 47 740 километров. Ну, вот такой вот Captur.
И тоже, да, пробег совсем смешной, и тоже продали. Вот Sportage, да, понятно, он еще вообще хрен на какого года, до рестайла вообще 15-го года, да. Такой вот, был у меня такой Sportage. Ну, достаточно шустрая машинка. Так, Kia Sportage 15-го года. 1 223 000. Привод передний, механика. Три владельца ППТС, 150 лошадей, бензин 2 литра, пробег 103 тысячи, прямо вот ровно 103 тысячи и все. Такие вот дела. Адрес, телефон, все это будет ниже в закрепе. Что такое закреп? Это первый комментарий, который кнопкой прикреплен, если кто не знает. Потому что пишешь в закрепе, а что это, а где это и так далее. Дальше, смотрите, у нас еще кореец с пробегом. Trinity Expert Motors Tucson 3, 17 год, пробег 145 760 км, бензин 2 литра, 150 лошадей, автомат, привод полный, 1 863 000 рублей. Парктроник задний, подушки безопасности водителя, подушки пассажира, боковые подушки, оконные подушки, шторки, подогрев переднего сиденья, обогрев руля, климат-контроль однозонный, антиблокировочная система и так далее. Ну, то есть, опять-таки, да, смотрите, машина 17-го года, такая здоровая, а климат-контроль однозонный, и что теперь делать? И народ по-любому брал уже это, это же вот. Даже вот, вот такая машина была с однозонным климат-контролем. Ну, вот так. Еще у нас Captur 17-го года с белой крышей. 1 295 000. Передний привод, вариатор, два владельца, 114 лошадок, пробег 87 тысяч рублей. Имеется подрыв лобовухи. И вот еще у нас Nissan Juke 18 года. Такие вот диски двухцветные. Как я читал, что вот именно машина выстрелила в продаже за счет вот этой вот фигни. То есть такая у нее форма, да, непривычная. Сейчас бы на сбоку посмотрим. И за счет вот этого, такой пучеглазик, вообще, вроде типа ужас, да, какой-то. А вот за счет этого и зашло. Что у людей в головах, да, творится, тоже вот непонятно. Вроде страшная машина, а вот продавалась просто капец. Nissan Juke, 18 год, привод передний, вариатор, два владельца, ППТС, 118 лошадей, пробег 54 тысячи, 19 километров. Вот смотрите, сбоку. Вот так, да? То есть, если вот крышу пока просто не смотреть, ну, морда, конечно, это просто нечто. И тем не менее, вот она продавалась. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.